Margarita Mordomo. Сегодняшний наш концерт необычный, даже в чем-то уникальный и для университета, и для наших зрителей. Во-первых, сегодня мы открываем
10-й юбилейный концертный сезон в новейшей истории Белого зала. 1 сентября 2015 года, 2005 года, простите, на этой сцене выступил знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. И этот концерт задал нам планку качества, которую мы старались держать на протяжении всех 10 лет. Во-вторых, сегодняшний концерт напрямую связан с именем человека. Вся деятельность, изобретение, да, пожалуй, вся жизнь связана с Политехническим университетом, с прославлением нашего замечательного вуза. 95 лет назад на этой сцене ученый-политехник Лев Сергеевич Термен представил публике электромузыкальный инструмент, свое новое изобретение. И вот почти после векового перерыва голос Термена, а именно так переводится на русский язык название этого уникального музыкального инструмента, зазвучит вновь. Лев Сергеевич Термен, очень яркая, неординарная личность, закончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу виолончели. Учился на физическом факультете университета, окончил Политехнический университет. И вся его деятельность, это такой, и все его изобретения, это симбиоз науки и искусства, символ технического творчества, которое так необходимо в инженерном деле, которому мы учим, в свою очередь, наших студентов политехники. Поэтому для нас Лев Сергеевич Термен – это такая знаковая фигура. Сегодня голос Термена прозвучит в исполнении Натальи и Петра Термена, Санкт-Петербургского оркестра терменваксистов и господина Масами Такеучи и его учеников, ансамблей из Японии «Да и Мэн». Они будут играть на тоже уникальном музыкальном инструменте, который называется матрёми. Это еще одна уникальность нашего события сегодняшнего. Наши гости из Японии сегодня отмечают очень большой, значительный, значимый праздник для жителей страны восходящего солнца, день почитания пожилого человека. И вот именно сегодня, в этот замечательный праздник, они выступают у нас. Итак, я приглашаю на сцену господина Масами Такеучи и его учеников. Они начнут наш уникальный концерт. Слышите выступление, если так можно сказать, прямых наследников Льва Сергеевича Термена. Но прежде чем мы начнем второе отделение, я бы хотел поприветствовать от лица ректората генерального консула Японии Исихиро Ямамуру в нашем зале. Сейчас я приглашу на сцену Наталью Львовну Термен.
Кличко, меня зовут Петр Трамин. И, как мы сами и обещал в первом отделении, я немножечко расскажу о том, что такое, в общем-то, терминбокс. Терминбокс — это единственный инструмент в мире, на котором играют движения рук в воздухе без прикосновений. То есть чем ближе правая рука исполнителя, тем звук выше, тем дальше, тем звук ниже. Левая рука исполнителя отвечает за громкость. Чем ближе левая рука к левой антенне, тем звук тише. Тем дальше, тем звук громче. Соответственно, это версия терминбокса, которую принято считать классической. Есть еще не классическая. В частности, она сейчас называется терминбокс системы Ковальского. Это терминбокс с одной антенной. Громкость управляется с помощью небольшой ножной педали, которую сейчас мы можем назвать педалью экспрессии смело. Тогда еще такого понятия не было, а педаль существовала. И несколько манипуляторов кнопочных под левой рукой исполнителя, чтобы снимать звук. То есть, чтобы сыграть стаккато на терминбоксе, ну, во-первых, сейчас на самом деле проблемы с терминбоксами на сегодняшнем в пространстве не существует производителей, которые производят профессиональные модели терминбоксов, в принципе. Соответственно, левая антенна в данном случае отвечает за стаккато, то есть движение левой руки возвратно-поступательное. В терминбоксе система Ковальского с кнопками за это отвечает как бы такая кнопка, условно. Но эта модель, она более механистична, как вы понимаете, то, что можно сделать легким движением руки в воздухе, довольно сложно сделать вашей ногой, которая нажимает на некую педаль. Но, тем не менее, вот такая версия инструмента звучала, например, во многих советских фильмах. Там Иван Васильевич меняет профессию, «Большое космическое путешествие» и многие-многие кинофильмы. Был такой замечательный фильм по Достоевскому «Петербургские ночи». В общем-то, это в этом фильме впервые снялась в кино Любовь Орлова и впервые написал музыку для кинематографа композитор Ковалевский, который использовал в качестве ведущего инструмента как раз, в общем-то, терминбокс. Вот. А возможно, у вас вот прямо сейчас есть какие-то такие вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответ, касающийся терминбокса, конечно. Да. Да, но надо сказать, что появление инструмента, да, в 1919 году в дальнейшем на мировой арене, тоже оно, конечно же, просто спровоцировало, просто вызвало желание некоторых композиторов написать для него музыку. Например, первым композитором, который написал киномузыку для терминбокса, стал, так сложилось, Дмитрий Шостакович. Это был фильм «Одна» и фильм «Подруги» 31 и 34. А, в общем-то, для терминбокса писали музыку и пишут многие российские и зарубежные композиторы. Ну вот, в частности, например, в ноябре этого года, в начале ноября, мы будем проводить фестиваль терминбокса «Терминология», в котором будет концерт, посвященный исключительно современной музыке, будет несколько премьер даже. Вот если называть имена, то среди современных композиторов есть, например, испанский композитор Виктор Эстрада, русский композитор Андрей Попов, например, Олеся Ростовская, которая сама играет на терминбоксе. Опять же, есть зарубежные композиторы в самых разных странах мира, которые обращаются к инструменту. Среди таких наиболее виртуозных произведений, написанных специально для терминбокса, принято выделять концерт для терминбокса оркестра композитора Аниса Фулихана. В общем-то, этот концерт был впервые исполнен в 1945 году с оркестром, который руководил Леопольд Стаковский. В общем, Стаковский очень любил терминбокс и, в общем-то, довольно активно проходили концерты с терминбоксом. Еще вопросы? Значит, чего появляется звук? Звук появляется за счет того, что мы меняем емкость невидимого электромагнитного поля. То есть, если в двух чертах внутри терминбокса есть два обязательно. В нем на самом деле много всего есть, но обязательно есть два высокочастотных генератора. Один создает высокочастотные, неслышанные человеческому уху колебания на постоянной частоте,
А другой, он, в общем-то, такой немножечко свободный. То есть мы приближаем руку к правой антенне, и он меняет свою частоту. Само по себе это никогда бы не позволило бы нам что-нибудь услышать, если бы Лев Сергеевич не реализовал еще одно хитроумное звено этой схемы, спеситель, в котором два сигнала туда попадают и смешиваются, и выделяется разница между ними, в общем-то, которая создает как раз опять же движение человеческой руки в воздухе. А далее мы этот сигнал усиливаем, выделяем нужные гармоники или фильтры. Ну, есть уже разные схемотехники термобокса, так или иначе он попадает у нас в усилитель звука и в конце концов в динамик, который превращает, собственно, да, электрические колебания в звуковые, что и позволяет нам услышать. Термобокс — это отдельная тема, кстати говоря, потому что, например, мы сегодня впервые использовали этот динамик, который уже звучал с термобоксом 80-е, 90-е годы, в общем-то, видел многие залы в разных странах мира. Мы сейчас прибираем специальный усилитель для этого инструмента, чтобы, в общем-то, добиться желаемого результата, да, того, чтобы термобокс звучал именно как нужно. На самом деле, кропотливая работа, которую фактически редко где можно встретить. Да. Сколько лет надо учиться, чтобы вот как синхронизировать, когда много музыкантов, две руки играют противоположные люди? Вот что, как это достигается? Вот, вы знаете, что касается сроков обучения игры на термобоксе, там очень интересная тема, потому что разные люди учатся очень по-разному. Кроме того, мы можем очень по-разному трактовать слово, вот такое выражение «научился играть на термобоксе». Потому что, как многие выдающиеся гитаристы, да, виртуозные гитаристы, говорят, что они до сих пор учатся. Потому что инструмент — это значит для них очень много. И они знают, что невозможно просто взять, там, окончить консерваторию, да, грубо говоря, и сразу научиться играть на термобоксе. У нас поэтому существуют некоторые музыканты определенного уровня, да, вроде Ойстраха, там, Кайфица и так далее, а есть как бы просто выпускники, потому что человек может достигнуть вот этого взаимопонимания с инструментом еще через 10 лет, а может достигнуть до того, как он поступит куда-то, да. То есть вот этот момент обыкновенно, в общем-то, процесс обучения на термобоксе, он базовый. Чтобы вы подошли, смогли настроить инструмент и наиграть мелодию, он может занимать не очень много времени. То есть это может быть, в принципе, на самом деле, вот у нас есть курс термобокса 24 часа, где за 10 дней человек может понять, как это делается. Он может закрепить дома этот результат. И не закрепить, естественно, закреплять результат, но в любом случае месяц, два, три. То есть за полгода, таким образом, мне кажется, человек может овладеть базовыми навыками очень неплохо, если он, конечно же, будет работать регулярно, каждый день практически, да, над этим. Как с любым музыкальным инструментом. Другое дело, чтобы человек стал исполнителем, действительно, ну, как бы, на самом деле, в мире не так уж много исполнителей на термобоксе. Куча владельцев, тысяча владельцев, а исполнителей, там, можно сказать, 10-20 людей, и то есть среди них можно выделить, которых можно действительно. Вот. Да. У солистов ансамбля, который выступал в первом отделении, были не такие приборы. Чем они отличались? Ну вот это мат-ремень, изобретение массами, который представляет собой упрощенную и одновременно усложненную, по-своему, модель термобокса. С одной антенны. То есть здесь нет управления громкостью. Громкость в нем уже врожденная, что называется. Можем ее менять с помощью регулятора. Уху все равно кажется, что там встроенная динамика существует, потому что низкие частоты нам кажутся более тихими, высокие — более громкими. Кстати, иногда небольшая проблема термобокса может быть, чтобы, да, не выполнить, но, скажем так, сделать слышимыми нижние и не очень громкими высокие. Но в случае с матремином, это вот матрешка, внутри которой оригинальная японская схемотехника. Вот, да. Спасибо. Вот как уже показывал Мазани в первом отделении, тут внутри термобокс на батарейках с встроенным динамиком. Он сам настраивается, и, соответственно, мы играем на нем, опять же, движением приближая и отдаляя. Сидя, да, опять же, Мазани реализовал установку сидячую, как у термобокса система Ковальского, вот, с одной антенной, для большей стабильности корпуса исполнителя. Вот.
Что касается, я не ответил на вопрос по поводу синхронизации, но здесь, как с любым музыкальным инструментом, надо работать просто, да, воспитывать чувство, в общем-то, ансамблем игры, в исполнителях, чтобы они сыграли. В случае с тренобоксом есть свои сложности, но я думаю, что я не буду на них сейчас останавливаться, потому что это действительно долгий разговор. Вот, я думаю, что мы сейчас пока, да. А какой хотите? Как любой музыкальный инструмент, тренобокс, он, в принципе, ну, скажем так, не любой. Вот фортепиано, да, оно подразумевает в нем уже плоть от плоти тембрированного звукоряда, хотя существуют рояли, которые перестроены в четверть-тоновую темперацию. То есть там уже требуются какие-то знаки определенные, чтобы записывать такую музыку. Если мы играем на тренобоксе музыку классическую, да, или тональную, музыку, написанную традиционным темперированным звукоряде, то нам требуется традиционное средство записи. Если мы играем какую-то музыку там, экспериментальную, авангардную, что-то еще вот такое, то, соответственно, то вышло гораздо уже. Вот. Я думаю, что мы сейчас... Да. А что вы себя слышите? Все просто. Как монитора. А вот я сейчас с удовольствием приглашу на сцену Маргариту Баганову. С которой мы исполним несколько произведений. Вот первым прозвучит вокалист Сергея Васильевича Рахманинова. Рахманинов, кстати говоря, стал одним из первых слушателей тренобокса, но не самых первых. Ленин был раньше. Но, тем не менее, вот как гласит история, на концерте он подошел к термену после концерта и обнял его. На него термобокс произвел достаточно сильное впечатление. Оригинальной музыки он для него не написал, но, тем не менее, довольно быстро его произведения вошли в репертуар термобоксистов. В первую очередь для Васильевича, конечно. Ну вот, поскольку мы опять услышим таинственные звуки, которые на самом деле являются настройкой тренобокса. Я еще объясню, как это делается, наверное. То есть у нас есть пространственный гриф между плечом и антенной. И есть два способа настройки. Первый способ придумал сам Лев Термен, мы настраиваем от антенны до плеча, растягивая весь звукоряд. Вот здесь так называемая нулевая точка, громкость максимальная, ничего не слышно. Соответственно, когда играет на мандолине, как раз снимает звук, приходя в эту нулевую точку. Есть второй способ настройки терминбокса, который придумала Наталья Львовна термин. Мы настраиваем полюбро ладони, чтобы между закрытой позицией и открытой у нас располагалась ровно одна октава. Соответственно, это позволяет, в принципе, более точно. Вот здесь у меня чудесным образом совпало, да? Но, в принципе, это позволяет более точно настроить инструмент, потому что ваша позиция относительно инструмента может меняться, а размера вашей ладони нет. Да, в общем-то, обыкновенно. Соответственно, вот этот способ настройки был реализован в 80-е годы, его используют многие термобоксисты сегодня, даже иногда не догадываясь, кто автор. Как всегда бывает. Замечательный вопрос. Тренобокс, он уникальный музыкальный инструмент, он не относится в итоге ни к клавишам, ни к струнам, ни к духовым. Он электромузыкальный инструмент. Надо сказать, очень часто многие говорят, что тренобокс включается в розетку, в нем создаются электрические колебания, значит, точно это синтезатор. Ну, просто один из первых, такой вот одноголосый. Это абсолютно неправильно позиционировать тренобокса. То есть тренобокс, он просто электромузыкальный, пространственный электромузыкальный инструмент. Ну, в общем-то, один такой. Электропианино и терминбокс, но, знаете, смотря какое пианино.
Во-первых, сейчас некоторые электроперемены не имитируют полностью молоточковую систему, там просто стоят такие звукосниматели, которые это особым образом съедают, то, что делает исполнитель. Но вот, в принципе, здесь между ними, на мой взгляд, вообще нет никакой связи. Потому что электропианино — это есть что попытка удешевить рояль пианино. В каждый дом сделать его более компактным. В общем-то, до сих пор фактически лучше купить пианино, чем купить электропианино. Ну, как бы эти попытки, они уже им век практически тоже. Но вот случай с Терминвоксом — это абсолютно один настоящий инструмент. То есть здесь я не вижу никакой связи между электропианино. Просто. Ни по способу звукоизвлечения, ни по замыслу, ни по реализации. Ну, то есть, да. Скажите, пожалуйста, а какие-либо работающие приборы могут создавать помехи? Конечно. Вот я, надо сказать, даже исполнители иногда не догадываются, какие. Потому что, например, может быть такая ситуация, вот если Терминвокс включен в пульт, на другом конце зала, предположим, сидит звукорежиссер и касается металлической части пульта. Ничего, казалось бы, криминального, но он заземляет на себя Терминвокса. У Терминвокса, когда на него кто-то заземляется, у него меняется настройка. Такое бывает. На него может влиять свет, на него может влиять все, что угодно, перепады в сети, в конце концов, влажность, да, температура в помещении и т.д. и т.п. Вот. Приборы зависят какие, да, вот катушка Тесла, например, я помню, я участвовал в одном фестивале, там была катушка Тесла, и в итоге получился эффект тремоло такого постоянного у Терминвокса. Извините. Создается впечатление, что все-таки в данном варианте Терминвокса имеются определенные трудности стакана. Теоретически. Да. А в данном варианте я хотел бы сразу уточнить, что в варианте 2 турбина нет трудностей со стаккато. А вот в вариантах современных инженеров есть много трудностей. Например, этот терминвок звучал гораздо лучше перед тем, как мы его поставили на сцену. У него сейчас, например, не был звук, не было громкости, что наложило и на меня, и на Наташу некоторые проблемы, потому что он изменился очень сильно и тембрально, и динамически. Но это проблема конструктора, а не системы, скажем так. Нет, я считаю, что это не нужно абсолютно, потому что, например, в Терминвокс-системе Ковальского в нем были контактные прерыватели. Да. Но, например, я ни разу от исполнителя на Терминвоксе Ковальского, в общем, сейчас он один, а, в принципе, до этого играл Ковальский, была своя школа Терминвокса в Москве, в общем-то, первая школа такая для детей. И вот я ни разу не слышал стаккато, острого звука. Там было прерывание, как будто вот мы нажали на кнопку и убрали звук на пульте. Но это мне не очень нравится. То есть, в принципе, стаккато и управление звукоизвлечением здесь именно воздушное, оно наиболее оптимальное. Я могу сделать резкий звук и показать, как может этот инструмент, он просто потеряет некоторые свои другие возможности. Мы с ним мучаемся долго. Немножечко разбавляется залом, естественно. То есть, чтобы мы его услышали, мы взялись в прекрасной акустике, нам нужно еще более резко. Но в целом проблем с этим нет. Есть проблема в том, чтобы было и то, и то, и то, и гибкость, и певучесть, и динамическая амплитуда. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что на этом мы все-таки, наверное, завершим сегодняшний вечер. Я могу сразу пригласить, наверное, вот мы предварительно раздумывали о том, что возможно политехническим откроется занятие в игре на Терминвоксе. В общем-то, так или иначе, я могу всех пригласить на сайт, который называется terminologia.rf. Терминология только через Е. От слова термин, от фамилии термин. Все по-русски набираем в строке браузера и выходим на первый русскоязычный портал о Терминвоксе, на котором можно следить за мастер-классами, лекциями, концертами в Петербурге и не только.
я постараюсь это исправно там, опять же. А если кто-то хочет задать какие-то совсем каверзные вопросы, можно найти меня на Фейсбуке или ВКонтакте. Я нахожусь очень легко. Набирайте Петр Турмен и все. Спасибо.